Нет, ребята, а вы знаете, что вилку можно засунуть прямо в землю и зажечь лампочку? Я вам покажу, как добывать бесплатное электричество прямо из земли. Сначала нужно выкопать здесь ямки. Вот. А в ямке мы положим вот эту вот медную пружину и такой вот титановый метеорит. Сейчас. Угу. Немножечко подровняю ямку для пружины. Ну вот. Теперь подключим черный проводочек. Значит, там красный на пружину. Вот так. Смотрите, сколько показывает прибор электричества. Вот так можно добывать бесплатное электричество прямо из земли. Пока!